Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Logic Keypad. Кажется, я разобрался с этой головоломкой. Какая логика у разработчика? Значит, нам нужно соотнести какие-то числовые значения с цветами. Об этом сказано, когда мы подходим к самому кипаду. Четыре цвета, четыре числовых значения. Итак, первый цвет, ну, он всегда пишет слева направо, там и так далее. То есть первый это синий. Как нам получить синий? Что надо смешать? У нас уже синий есть, значит синий с синим. А если мы смешиваем этот синий квадрат с синим треугольником, то есть мы идем по третьей строчке, третьему столбцу, то мы получаем Q. Q это 9. Ну и по кипаду это тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, синий это 9. Так, теперь нам нужен желтый. Желтый можно получить путем смешивания красного и зеленого. Но у нас здесь две опции. Треугольник квадрат или круг-круг. То есть красный треугольник и зеленый квадрат или зеленый круг, красный круг. И вот здесь мы пользуемся вот этой штукой. Это приоритеты. Значит, круг имеет нижний приоритет. Поэтому два круга будут в нижнем приоритете. Ниже по приоритету, чем квадрат с треугольником. Поэтому из этих двух опций у нас мы бы попали, что желтому соответствует или А, или 2. Но мы здесь выбираем именно двойку, поскольку у нас даны вот эти приоритеты. Поэтому первое число 9, второе 2. Смотрим следующее. Бирюзовый. Бирюзовый это зеленый с синим. Зеленый с синим. Значит, зеленый с синим, опять же, две опции. У нас есть опция B, то есть взять квадрат синий и квадрат зеленый. И квадрат у нас в верхнем приоритете. То есть все, вот она у нас определилась. Это B, это восьмерка. Но как бы еще была опция смешать кружок зеленый с треугольником. И получить G шестерку. Но она не подходит, она по приоритету ниже. Потому что у двух квадратов самый высокий будет приоритет. Короче, третья восьмерка. Теперь переходим к самому интересному. Четвертый, фиолетовый цвет. Значит, красный плюс синий. Две опции. Два треугольника. Красный треугольник и синий. Это E, то есть тройка. Или же это кружок красный. И квадрат синий. И здесь уже непонятен приоритет. Вот как, что, вот можно разные числа как бы подбирать. И вот как бы знаки равенства будет больше, меньше. И здесь, ну, требуется вот как раз та подсказка, которую мы нашли вот в этой комнате. Для этой ситуации, вот, решая часть левую, пользуйся приоритетом, что два треугольника имеют более высокий приоритет, чем квадрат с кружком. Значит, два треугольника, значит, Е это тройка. Вот и все. А не Т, не семерка. Вот, значит, тройка. Все, значит, получается у нас 9, 2, 8, 3. Ага, дальше прошли. Так, а здесь? А здесь мы не прошли. Давайте здесь тогда решим. Так, нам нужен красный, это единица. Так, нам нужен желтый. Желтый это или двойка, или A. Значит, а приоритет у нас круги. Значит, это A, это четверка. Так, бирюзовый. Бирюзовый это желтый плюс синий. Желтый плюс синий это или B. А, ну точно не B, поскольку в самом нижнем приоритете. Значит, это G. Это 6. Так, и фиолетовый. А, фиолетовый это или тройка, или семерка. Значит, там была тройка, значит, здесь семерка. Значит, здесь будет 1, 4, 6, 7. Отлично. Так. Интересно. Ну, наверное, также с внешней стороны,
как бы во внутреннюю и слева направо от большего к меньшему. Значит, цвет желтый. Желтый цвет получается. Значит, это 4, наверное. Так, цвет. Сначала идет цвет, это 4. Потом трапеция. Самая большая фигура. Трапеция 6. Потом, наверное, треугольник. Потом треугольник. Треугольник это 2. Сколько тут цифр-то? Так, потом квадрат. Квадрат это 8. Потом круг это 4. И потом внутренность квадрата это фиолетовый, а фиолетовый это, блядь, 10. Нет, это, подожди, это 8. Значит, 4, 6, 2, 8. Значит, 46, 28, 48. Нихера. Больно и обидно такое слышать. Ну как так-то? Ну надо будет подсказку взять, если что. А здесь что за мудятина? Может тут попроще? Не знаю, здесь для дебилов сделано. Так, фиолетовый. Это 8. Ну потом тут... Блять, а тут еще треугольников дохера. Не, давайте подсказку возьмем. Ну тут просто надо знать, как это читать. Понятно, что вроде как с внешней стороны, слева направо, вот было, как предыдущее. От большего к меньшему, по-моему. А может от меньшего к большему? Ну непонятно, нихера. Тут же информация дается чуть-чуть, вот чуть-чуть меньше, чем нихера. Это 9. Охереть, так, это 9. Какого хера это 9? Сука. Ты что-нибудь понял? Почему 9-то? Ну какие тут, блядь, зеркально что-то тут поворачивается. Ну да, двойка, если двойку повернуть. Так, если двойку повернуть, то это останется двойкой. А если зеркально отобразить, то получится пятерка. Ну а где тут сказано, что, блядь, тут что-то зеркально надо сделать? Ну это вообще ни хера не очевидно. Ну что, открывайте, суки. А я, кстати, спокойно бы здесь запрыгнул. Блять, нет, конечно. Сейчас мы телепортанемся. Да давай уже, не тяни. Нихера себе, тут какая дверь интересная. Так давайте здесь на подсказку посмотрим. Ну блин, как так-то? Ну как так-то? Детские какие-то головоломки не можем решить. Блять, опять эту херню. Это 9. Я понял, что это 9. А что мне дает-то? А, понятно, блять, понятно. То есть он говорит, вот типа, вот у тебя было так шестерка, но это же повернули на 180 градусов. Поэтому эта херня так выглядит. То есть все то же самое. Значит, поехали. Значит, как получается желтый? Желтый получается вот так вот. 1 плюс 3. Правильно? 1 плюс 3. То есть 4. 4, правильно? 4 пишем. Так, теперь слева направо от большего к меньшему.
Шестерка стала девяткой. Двойка. Так. Большего к меньшему. Просто как бы вот эту точную формулировку знать. От большего к меньшему. Так, следующий идет, наверное, треугольник. Следующий идет треугольник. Треугольник это он как повернут? На 180 вроде. То есть это становится пятеркой. К квадрату похеру и кругу. То есть 4, 9, 5, 8, 4, 8. Блин, не то. 4, 9, 5, 8, 4, 8. Ну нет. Значит, сначала цвет. Цвет, правильно, треугольник. А, нет, сначала трапеция идет. Трапеция 6. Просто здесь может быть другая последовательность. Не, ну надо знать, как правильно читать. А где-нибудь тут подсказка есть, как читается-то это? Ну то, что слева направо. Я не помню, откуда это видел. Так, доктор что-то написал. Это тоже понятно. Заметка 5. А где предыдущие заметки? Где заметка с приоритетами этими? Здесь ничего нет. Нет, а двойку-то если поворачивать, ничего не будет. Это если зеркально ее. Ну, конечно. Не 4,9,5, а 4,9,2. 8,48. Ну, наконец-то. Вообще на изи просто порвал. Как тузик гриб. А монетку, блядь. Ну, что это за издевательство? Монетку-то отдайте. Давайте и здесь тогда решим. Да не, ну это элементарно просто. Так, значит, фиолетовый. Это что? Это 8. Первое 8. Потом 9. Из-за того, что перевернута трапеция. Потом треугольник, это все равно та же двойка. Потом квадрат, наверное, восьмерка. Потом такой треугольник. Ага, тут будет такой. Треугольник. Ну, а может быть 5-5? 8-9-2, 8-5-5. Порвали все эти детские головоломки. Все, погнали в куб.
Третий уровень. Включаем свет. Так. Готи 2023. Ну, может быть, это 60. 60-74. Нет. А, может быть, это минус. 60-74 минус 20-23. Здесь 1, 5, 0. В общем, 4, 40-51. Погнали дальше. Так. Написано win. А, но это как V, это пятерка. Ну тут, конечно, непонятно. То есть 5-5. 2-5. 5-5, 2-5. Чего? Блядь. А, ВВ это дубль В. А что значит дубль В? Не, это не знаю. Херота какая-то. Зажранные коты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. Так, римские цифры. Отлично. Кубик. Нифига себе, и все? Так, ну это понятно. Ты уже писал эти ice symbol. Так, а здесь что? Здесь тоже. Ага, плюс, это тебе что-то потребуется. Ты, короче, это открыть не можешь. Значит, надо открывать вот это, где написано win. Ну, нам сказали, что это римские цифры, считай. Вот это четверка. Ну, тут как, блин, ну в этих палочках что-то разобраться. То есть тут 5, 6, 4. Тут можно, блядь, увидеть дохера вариантов просто. Ну, ты смотри, ну, и тут все палочки. Палочки и палочки. Вообще ограничивается только твоим это, воображением. Ну, конечно, количество вариантов не такое большое. Но тут не пойми, как даже перебрать. Давай подсказку. Ну, хер ли, блин, я буду перебирать эти варианты, что ли? Пусть хоть как-то очертят круг вариантов. Ну, блядь, V равно... Ну, это я, блядь, понял. А что такое дубль в это? А, это типа наоборот, но это 5-5. Ну, блядь, 5-5. А, 5-5-1-4. А я что вводил тогда? Не пойми. Ой, хер просышь как-то. Здесь надо немного наблюдательности какой-то. Да, трехзначный. Больше подсказки нет. Так, ага, вот смотри, тут что-то есть. Ари... Так, Эрия 01. Эрия 01. Эрия 01. Эрия 01. Может, в слове эре, типа 4, 3, 4. Ну, тут вариантов можно тоже до бесконечности. Ограничивается тоже.
Здесь кого-то... А, 709. Ну, конечно. Нет, 789. Конечно. Непонятно, непонятно, непонятно ни хера. Так, ну давайте думать. Так, я не понял, здесь стекло? Нет, здесь не стекло, здесь. Чё так темно? Злой кролик. И не очень злой. Отлично. Ой, как много, тут сколько? 7. А, можно записываться где угодно. Ага. Что-то до хера палочек. Ну, типа, наверное, вот для этой вот эта штука, а для этой вот это. Сколько здесь? 4. Это, наверное, что здесь убрано? Здесь убрана единица, тут четверка, тут двойка. Или это пятерка, блядь, я всем путаю их. Это что это такое? Сейчас. Да, это двойка, двойка. А здесь, блядь, хер поймешь. А, здесь семерка. 1, 4, 2, 7. Ну, изи же, изи. Вообще непонятно. Что это? Вчера я встретил старого друга. Он был очень умен, но также очень беден. Через несколькими моментами позднее я встретил нового друга. Он играл в игру и также был очень беден. Но его интеллект был... Понятно. Если ты легко решаешь эти игры, скорее всего, ты беден. Смотри, куда я запрыгнул. Неплохо, неплохо. Где монетки-то? Одна восьмая, блин. Когда-нибудь биткоин от него получу? Ага. Не, вообще все равно ни хера не понятно. Семь, восемь, три, шесть, может быть. Ни хера. Ни хера, ни хера.
9384. Ну, изи же, изи просто. Ни хера себе, тут надо ни хера себе алфавит знать. Так, ну начинаем мы откуда? Мейс. Начинаем. А, ну все понятно, значит понятно все. Значит, начинаем с S. S это пятерка. У меня уже листик даже закончился. Будем пытаться найти еще листик. Пытаться вырвать. Вырывать мы не будем ничего. Так, все. Найдем несколько квадратных сантиметров, где можно писать. Так, S, это пятерка. Так, ну мы, наверное, слева направо идем, поэтому это S, пятерка. А потом точно E. E это что? Это тройка. Так, развилка. Идем. Ближайшее это H. H это десятка. Не знаю, но по-моему десятка. Потом О, это 0. И потом Е, это тройка. И получается 5, 3, 10, 0, 3. 53, 10, 0, 3. Вообще на изи. Какая-то интересная игра, ну-ка дайте. 2, что-то там в 6. Чего, блядь? А, с двойки в шестерку дойди. За 5 ходов? Ну что такое клей? Тут зачем он это написал? Ну типа вот у нас есть двойка, следующий путь пятерка, потом там семерка. Или значит, ну короче, вот двойка, а потом или 4, или 5. Вот если мы там, скажем, выбрали четверку, то или тройка, или семерка. И нам надо за 5 ходов. Это вообще реально? Так, ну нам надо попасть в девятку. Девятка, тройка. А, тут, подожди, а как это так получается-то? Ну, пятизначный. То есть вот если не брать двойку и шестерку, тогда понятно. Ну тут любой вариант. Вот в 5, 1, 8, 9, 9. Они все такие. Более короткого-то тут, наверное, и нет. Ну, а как тут может быть короткий? Должны быть какие-то интервалы. У них везде интервал-то по одной клетке. Тут нигде вроде как не сэкономишь.
Между девяткой и пятеркой. Что-то непонятно. От двойки к шестерке. Давайте по маленькую подсказку возьмем. Для чайников. Ну, что-то непонятно. Ну как пятью ходами оказаться в шестерке? Мейс равно мейс равно мейс. Запомни клея. Ну, клея это очистить, это ясный. Что еще такое клея? Мейс это лабиринт. Я другого перевода даже не знаю слово мейс. Шляпа какая-то шляпная. Не, давай второй. Ну, я не знаю. Спроси девушку, которая стоит у тебя за спиной. Не оборачивайся, она исчезнет. Красавчик. Ни хера не помню, блядь, а откуда вот мне знать, что именно такой этот лабиринт? Ну, это вообще не очевидно. Ну, это какой-то огромный лабиринт. Подожди, да тут даже зарисовать это надо как-то. Какая-то шляпа. Ну, тут столько поворотов. Да не, а как это в 5 значений-то укладывается? Ну вот смотри, дошли до сюда. Ход-ход. Сюда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Блин, в голове не укладывается. Что за херня? Какой, блядь, клея? Ни хера тут не клея. Запомни, мейс, мейс. Уже здесь какая-то нормальная подсказка есть. Это даже не... Ага, здесь, ёпта. Запомни. Вот оно что. Запомни этот лабиринт. Все понятно. Понятно, что ни хера не понятно. Ну хорошо. Хорошо. Так. Ну и что получается? 2, 4 или как? Ты находишься во сне уже довольно долго. Очень длинный сон. Сон, который длится уже дюжину лет. А сон, что ты был рожден от маленького, как вот милого ребенка, вырос, что-то обучился, работаешь, заводишь друзей, строишь отношения и создаешь великолепные воспоминания. А теперь просто проснись. Понятно. Не понял. А, это шутка. Game over. Да не стрессуй ты так.
Можешь продолжить играть, отлично. Ну как по лабиринту-то пройти? Что это за херня с пятью цифрами? Ну, такое ощущение, что 2, 4, 7, 5. 2, 4, 7, 5. Потом мы доходим до... Ну, до единицы. Докуда мы доходим там? Ну, да, не до еди... ну, до единицы. Пять, четыре, семь, пять. Единица. Потом четыре. Подожди, так, единица, потом четыре. Семь, пять, один, четыре. Здесь, по-моему, три. Ага, может быть, нет. Надо посмотреть. Не, ну какая-то дебильная головоломка. Вообще не похоже. Ну, не сказать, что это прям идеальный. Надо считать по палочкам. Здесь палочки, а это вот номера строчек. Наверное, мне надо скрин тогда сделать. Просто скрин себе. Буду смотреть тогда в скрин. Что мне еще остается? Так, я иду вправо на раз, два, три, четыре хода. Вправо на четыре хода. Типа сюда, блядь, ни хера не понял. А, я по пустым хожу, то есть я вот сюда, потом сюда. А что мне надо суммировать до этого, пока я дошел? Ну, наверное, до каждого поворота вот то, что ты дошел. Или до развилки, блять, хотя хер узнает. Какая тут развилка. Что тут хочешь, чтобы я ввел? От двойки до шестерки что-то. Ну, короче, отсюда до сюда здесь ничего нет. То есть, наверное, просто двойка. Просто двойка. Мы дошли до сюда. Потом до сюда.
Это третья здесь. А, нет, это даже, блядь, это вторая, подожди. То есть единица. Я дошел до сюда, до единицы. Ага, значит, два, потом один. То есть я дошел сюда, потом вот сюда. Прям в край. Там я поднимаюсь до вот этой. Тоже нет никаких. Потом делаю сколько ходов? Раз, два, три, четыре. Четыре. Это будет шестерка. Это будет шестерка. Два, один, шесть. Так, потом вниз я иду. Вниз я иду на сколько ходов? Раз, два. На два хода. Раз, два. Ни хера тут нет, тут клея. Так, потом направо, видимо, 5. А, нет, потом... Так, 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 так. Клея. Потом я иду вплотную до вот этой штуки. До конца, вот до сюда. Так, я иду до сюда, до конца. Поднимаюсь всего на одну ступеньку. Это будет один. Один, три. Наверное, да? Да, один, три. Девять, шесть. Что-то такое, ну... Два, один, шесть. Так, а подожди-ка, подожди-ка. А здесь, значит, один, шесть. Один, шесть. Один, три, девять. Блять, нет. Ну как нет-то? Как нет-то, когда да? Блин, какие сложные головоломки. Ну просто не очевидно, что делать. Вроде все правильно. Потом один шаг вверх. Потом полностью назад. Потом почти до упора туда. Вот сюда. Здесь тоже пусто. То есть тун. Единица. Тут до шестерки, тут прям в центр. Потом до упора сюда. 1, 3, 9, 6. Так, давайте еще раз почитаем. Может, что-то я все-таки упускаю. Ну, вроде все просто. Но не получается. Самая фигня это, если я где-то просто ошибся. Что такое Remember the Clear? Что такое Clear, может быть? А, проходишь на, через эту точку, как бы все стираешь, что записал, наверное. Может так? Ты вводишь, 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 блядь, Clear, последние надо. С момента клея, конечно, блядь. Значит, проходим 5, 1, 3, 9, 6. 5, 1, 3, 9, 6. Бесит просто.
Play Music. Не-не-не, не надо никаких. Vast. Интересно, что такое Vast в данном случае. Непонятно. Как нарисовать звезду? Ну да, в принципе, так можно нарисовать звезду. Ну, это не отрывая типа ручки. Ух ты, оказывается, тут ящики. Три. А здесь что? А здесь что? Четыре. Два. Один, два, три, четыре. Не подходит. Так, подожди, подожди. А, два, один, четыре, три. Ну как нет-то? Ну как нет-то, когда да? Разберешься. Может, один. Не, пять это. А, один, двадцать три, четыре. Так может. А, ну это то же самое, это же мудятина. А, и здесь не открывается какой-то ящик. Ну, может быть, здесь суммируется. Типа 2 и 3 это 5. Ага, вот, то есть, как мы получим четырехзначное, не очень понятно. Значит, где-то больше 10, типа. Как нарисовать звезду? Понятно. Блин, ну что ж, больше вопросов, чем ответов. Давайте тогда здесь прервемся, надо передохнуть. Интересная игрушка, блин, ну непростая что-то. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До встречи в следующей серии. Всем пока.